Здравствуйте, дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Пришла к нам очередная посылочка с 10 номером журнала «Наши автобусы» и масштабной моделью автобуса КАВС-3976 от компании «Модимио», которой мы, собственно, и пополним наш автобусный парк в миниатюре. Вот и сделаем обзор масштабной модели, но не серьезный. Ведь мы не профессионалы в области коллекционирования авто в миниатюре, а любители. Делаем это по фану. И обзор тоже соответствующий. Впрочем, об этом мы каждый раз напоминаем в наших видео по этой теме. В 10-м выпуске традиционно присутствует не очень толстый журнал о представленном автобусе и наклейка для альбома. Впрочем, ее можно наклеить куда угодно, хоть на холодильник. Итак, тема нашего выпуска об автобусе для настоящего мужчины. Навеяла эту тему статья в одном из сетевых изданий под названием «Каким должен быть идеальный мужской автомобиль?». А вот эти доводы мы возьмем и применим к автобусу из Кургана и его масштабной модели. Считаем, что это не идеальный, но настоящий мужской автобус. Почему? Сейчас узнаем, поехали. Итак, журналист, это девушка Светлана, пишет, что мужской автомобиль должен быть проверенным. Ну конечно, КАВС-3976 вполне можно назвать проверенной машиной, которая выпускалась практически 19 лет на базе шасси горьковских грузовиков. И выпущена она в количестве 450 тысяч экземпляров. Цифра, надо сказать, потрясающая. Что может быть еще проверенней? Идем дальше. Автомобиль должен быть крутым. Что еще может быть круче классической капотной компоновки без удобств и излишеств внутри? Автобус, в который поместится 20 мужиков плюс водитель, и все вместе они отправятся на охоту или рыбалку. При этом особо уставших потом можно загружать практически лежа через заднюю дверь. Кстати, насчет проработки экстерьера в масштабной модели, то тут все выглядит аккуратненько. Подножка, выштамповочки, фары выполнены одним элементом и аккуратно покрашенные задние огни, без каких-то заметных косяков. Следующий признак из статьи – автомобиль должен быть мужского цвета. А вы просто посмотрите на окраску кавзика. Белый, со стремительными красными тремя полосками, которые наверняка символизируют эмблему спортивного бренда одежды, который носят не только пацаны, но и мужчины среднего возраста. И весьма среднего возраста. Окраска на масштабной модели также на уровне, подтеков на внешней стороне не замечено, только есть один небольшой косячок на днище, но там его никто особо и не углядит. Двигаемся дальше, следующий признак мужского авто. Автомобиль должен быть тонированным. Конечно, в реальной жизни не припомню курганские автобусы в тонировке, но вот с черными шторками вполне себе встречалось предостаточно. Жаль, вот этот момент на модели никак не отражен. Впрочем, как и остальное внутреннее убранство салона традиционно не проработано. Никаких излишеств, ну разве что можно отметить, что у сидений сделаны практически элегантные ножки, что не традиционно для данной серии, обычно это все отлито вместе с днищем. Идем дальше. Автомобиль должен быть громким. Ну, наверное, нельзя назвать тихим этот автобус, тем более, что по многим параметрам эта машина не подошла к классу пассажирских автобусов и сразу получила индекс, относящий ее к классу специальных автомобилей. Развозка работников предприятия, вахтовиков и прочие специализированные профессии были в ее арсенале. Еще признак. Мужской автомобиль должен быть на механике. Ну, само собой, мы тут имеем настоящую мужскую четырехступенчатую коробку передач. Ну и не только это. Автобус настолько суров, что пассажиры должны сами открывать себе дверь. Традиционный рычажный механизм открывания пассажирской двери водителем тут был ликвидирован как класс. Правда, вот водитель может заблокировать изнутри пассажирскую дверь. В общем, все брутальненько. А модели добавляют брутальности еще черные толстые дворники. Выглядит страшненько, но настоящий мужчина должен быть чуть краше обезьяны. Ну и его автобус, наверное, тоже. Ах да, забыл еще добавить, что этот автобус, точнее его масштабная модель, настолько сурова, что запаска в модельке просто-напросто отсутствует. Вероятно, подразумевается, что ее сперли. Следующий признак. Автомобиль должен быть мощным. Тут все очень хорошо. 20 упитанных мужиков, автобус на трассе умчат 125 лошадей со скоростью 90 км в час. А какой еще Land Cruiser или Maybach сможет умчать столько друзей на охоту, рыбалку, ну или на работу? Да никакой. Еще признак, идем дальше. Автомобиль должен быть солидным. Конечно, наш автобус солидный, большой, страшненький и неторопливый. Точно признак подходит на все 100%. Большая машина для больших мальчиков. И вот последний признак мужского авто с точки зрения женщины из статьи онлайн-издания. Автомобиль должен быть продолжением.
Дальше многоточие, наверное, можно поставить. Думаю, что имеется в виду продолжение мужчины. Ну, вероятно, да. А вот этот автобус прям воплощение мужчины. С одной стороны, такой строгий и серьезный, если посмотреть анфас. И такой упитанный, мягкий, с округлостями, если смотреть на корму. В общем, такой вот обзорчик получился. И да простит нас наш дорогой зритель за такой вот совершенно несерьезный подход к обзору масштабной модели. Но серьезные разборы модели от компании Modimio минут на 30-40 вы в достатке найдете на YouTube наверняка. Кому интересно, сможет посмотреть. А вот наша задача кратенько рассказать и показать модель, а вы уже будете вывод делать сами, приобретать свою коллекцию автобус или нет. Тем более, что выбор всегда есть. Что выбирать, более дорогие модели тысяч за 5-6 или этот вариант, который вполне можно назвать бюджетным? На мой взгляд, отличия не слишком критичные, а цена значительно ниже. Останется еще и сдача на мороженое. Во всяком случае, для начинающего коллекционера эта модель вполне можно порекомендовать. Ну, а быть может, вы нашли еще какие-то признаки настоящего мужского автобуса? Тогда непременно поделитесь ими в комментариях или, может быть, выскажите свое мнение о модели или где-то поправите нас. Это всегда интересно. Давайте обсудим. С вами был Техноенот и его команда. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите, ведь впереди еще что-нибудь будет интересненькое. С большим приветом из города-героя Ленинграда. До новых встреч, друзья-товарищи. Берегите себя.